Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джуз, и сегодня мы будем искать крутые скинчики на котика в Роблоксе. Даже смотри, есть какая летучая кошка, мышка, я не знаю, кто это такой. И сегодня мы будем искать, здесь их должно быть очень-очень много крутых. Спонсор видео RBX Camp, лучший магазин робоксов для вас и ваших друзей. С курсом за 1 рубль почти 3 робокса. Также не забывайте кликать сюда, чтобы вступить в группу ВК и в сервер Дискорда, где проходят постоянно мини-розыгрыши робоксов. Главное, не попадись к мошенникам и проверяй, как пишется rbx.com. А лучше просто кликай по моей ссылочке в описании. Здесь даже, смотри, какие-то робоксы валяются. Я могу их подобрать? Во! А где это я? Ау, смотри, я нажал, прикинь, я провалился вот сюда, а здесь у нас есть... Кошка Робокс спрятанная вот тут вот. Ого, ого. Это кошечка Робокс на удачу, что ли? А как? Вот, ну-ка, давай возьмем. Опа, трансформировались. И вот, смотри, какой у меня котенок за Робокс. Ну, не за Робокс, он бесплатный, но просто это котенок, который приносит удачу на робоксы, наверное. Если найдешь такого котенка, то будет у тебя целая куча робоксов. Будут притягиваться к тебе. А еще смотри, кого я нашел. Это грустный котенок. Потому что кто-то не поставил лайк. Ребята, обязательно поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Тогда вам придет удача 100%. А я пока... пойду, наверное, вот здесь, смотри, у нас есть котенок, который что-то говорит. Привет, говорит нам. Ну давай, привет. Нам что-то расскажешь? Так, пожалуйста, помоги мне и моим друзьям. Как мне это сделать? Итак, это найти. Это, а, пойти в остров какой-то, видимо, туда. Ой, стартовый код. Ха, ничего себе, смотри, мне дали. Котенок. Ой, бекончик здесь опрокинул, ребята, извиняйте, я не хотел. Кстати, смотри, там есть гигантский кот какой-то. Так, а я могу быстро бегать? Мне надо, наверное, отключить здесь так вот эту штуку и... Не, я все равно быстро не могу бегать. Есть гигантский кот, большой кот. Ну-ка, а я тоже большим котом стану. Хо-хо! Я даже стал больше, чем он. Вау, я застрял. Вот это да, вот это гигантский кот. Обалдеть. Прикольно. Ну ладно, давай сейчас я ресет сделаю. И, я ресет сделал так, что аж телепортировался в самое начало, да? И давай, меня похитят пришельцы. Ой, смотри, здесь котейки у нас сидят. Что делают? Что делают котейки? Так, здесь что-то у нас поломалось. Может здесь... А, инопланетный кот! Прикольно. Инопланетный котик есть. Взяли скинчик. Отлично. Теперь проходим дальше. Здесь есть какой-то дом. О, все. Кошкин дом пришли. Здесь они что-то кушают. Прикинь, они кушают волосы бекончика. Это как вообще? Так, здесь холодильник. И у нас здесь... куриный кот. О, смотри. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Отлично. Анимированная картина. И, о, геймерский кот. Смотри, здесь у нас спящий кот есть. И вот у нас есть геймерский кот. Как мне его взять? Так, 3-3. О, эпический кот-маркер. Кот-маркер, слушай. Здесь был кот-маркер. А вот это не берется. Странно. Ладно, но мы здесь нашли котиков. И проходим. А может на бекончик надо? А, да, вау, смотри. Кошка с беконом. Здесь есть секретные места, оказывается, куда можно нажимать, и ты попадешь в секретное место. Ой, смотри, здесь еще есть какое-то секретное место. Ой, смотри, здесь котенок. Ну-ка, оба, кот Эльгата. А вот сюда выше не поднимусь я. Видимо, выше я не поднимусь. Вот, смотри, здесь у нас еще есть котик. Хоба, толстый кот. Ха, прикольно. Есть толстый котик. Так, мусорка не нажимается, да? Короче, надо привыкнуть, что надо куда-то нажимать. Ой, смотри, там есть кот на дереве. Кот на дереве, оказывается, есть. Надо его как-то спасти. Так, а как мне это сделать?
Надо, наверное, вот так вот отсюда запрыгиваем. Плачущий кот, потому что застрял на дереве. Ой, это что, Абунга? Что ты здесь делаешь? Ой, куда это я попал? Да, о, что? Что это было, ребята? Это что за подстав? Ай, я просто туда прихожу, телепортируюсь и меня уничтожает. Может, надо как-то быстрее пробежать? Так, побежали. Пока меня не съели, побежали. Ой, ай-яй-яй. Уйди. Уйди. О, он меня схватил. Да как? Непонятно. Ну-ка, заходим сюда. Теперь попробуем отсюда пройти. Здесь у нас есть какие-то такие штучки. Так, они не нажимаются. Тогда надо... А, стоп. Не понял. Надо как-то с вот эти стенки сломать. Но я не знаю, как это сделать. Как сломать вот эти стеночки. Видимо, надо как-то вот сюда, может, надо нажимать. Но они не нажимаются, ребят. Я пока не знаю. Так, ой, а что такое? Fast mod. Я что-то включил? Что-то у меня не работает, похоже. А, вот, я могу бегать, кстати, оказывается. Я могу бежать. Так, вот это не открывается. А, синие, желтые открылись. Надо красный открыть. Так, давай. Оп. Может, как-то сюда надо? А, да. Вон там еще какая-то штука есть. Так, сюда нажимаем. Двери открываем. Уйди, котейка, уйди. Ай-яй-яй-яй. Я забираю кота. Легендарный котик Абунга. Мы его взяли. Отлично. И теперь у нас здесь еще должен быть. Вон там вот, что это такое, видишь? Вон там какая-то штучка есть. Секретная. И может на нее можно как-то нажать? О, я не успел, видимо. Я не знаю, как на нее нажать, ребята. Давай посмотрим, кого мы получили. Интересно. А вот геймерский код у меня получен, оказывается. Так, спящий код хочу посмотреть. Спящий код. Так, трансформация спящего кота. Вот. Ну, а, во, сопля торчит, смотри. Прикольно. Ладненько. Смотрим дальше, кто у нас здесь еще появился. Так, бекончик. А вот это куриный, кто это такой? Куриный котик. Опа. О, вау, ничего себе, ему откусили здесь. Жесть, ну прикольно. А где у нас легендарочка? Легендарочка. Так, это у нас маркер-кот. Вот легендарочка. Первая у нас. А, жесть, что с тобой? Что с тобой произошло? Ха, вот это котик. Жестко. Ну а мы пришли в пустыню, кстати. Давай посмотрим, что у нас здесь в пустыне. Есть секретные места какие-то. Запрятанные. Может, вот это кто? Что? О, грин кот. Это как? А ну-ка. А, он все, его можно собрать, оказывается. Вау, просто вау. Ну-ка, давай посмотрим, как он выглядит. Так, трансформируемся. Во, вау. Смотри, какой у нас здесь есть кот. Обалдеть. Но он какой-то большой, надо взять поменьше. Давай возьмем маленького котика. Вот такого вот. И пойдем вот сюда. Так, у нас здесь есть какое-то место. Так, включаем. Мы что-то включаем. Какие-то у нас кнопочки есть, работают. Ну-ка. Нажимаем на вот эту кнопочку. Запустили что-то. Что-то работает, что-то запустили. Вон там наверху тоже какая-то штука есть. Непонятная. Так, встаньте на 9 плит за 120. А, это еще на время? Оу. Так, 9 плит. Надо знать, где они все находятся еще. Так. Я не знаю, сколько я уже нашел, но сколько-то нашел. Так, побежали быстрее, нажимаем вот эту. Отлично, и дальше куда идти? Куда дальше идти-то? Здесь еще лабиринт, скажи, да? Оу, ноу, здесь еще лабиринт. Неужели здесь тоже будет кнопка какая-то? Так, пройдем. Пройдем вот сюда, забегаем. Да, здесь тоже была кнопка, прикинь, в лабиринте. И за 120 секунд надо это сделать. Это жестко. Жестко, теперь надо как-то отсюда выбраться. Во, еще кнопка была. А я только отсюда выходить собирался. Может, здесь есть еще кнопочка?
Надеюсь, что больше кнопочки нет. Сколько здесь еще? Так, может здесь, внутри? 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 Так, здесь развалины какие-то? Нет. Нет, 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 нет. Так, 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 а куда? Где еще может быть кнопочки? Кнопочки, где? Сколько я нажал? Я не знаю. Я не знаю, сколько я уже кнопочек нажал. Может быть, с этой стороны тоже есть кнопочки какие-то? Так, ну давай посмотрим. С этой стороны вроде бы кнопочек нет никаких. О, вау, смотри, кот-качок. Ха-ха, смотри, кот-качок. Отлично. Здорово, сейчас мы посмотрим. Главное мне все кнопочки успеть нажать. То внизу есть какие-то подземные еще места. Так, вот здесь может быть так. А здесь я нажимал. Здесь, а, хотя, может быть, вот здесь есть, типа, вентиляция. Здесь тоже кнопочка. О, Амогус, Сус-кошка. Сус-кошка, так, туда пройти не могу. Ага. Так, а здесь кнопка была, да, здесь была кнопка. Ой, а все, они уже начинают исчезать. Так, раз, два. О, я успел открыть, да? Да, я успел открыть все кнопки. Отлично. Отлично, отлично. Так, может, здесь есть секретные места какие-нибудь? Кстати, здесь же могут быть такие секретики разные. Разные секретики. Здесь, может быть... Так, вот здесь... Нет, вроде бы все. Мы здесь получили эпического кота. Отлично. Хух, ребята, получили. Я хочу посмотреть вот на вот этого. Так, давай. Кот-качок. О, вау. Хо-хо-хо-хо. Смотри, какой кот-качок. Жесть, мощный. Мощный кот. Круто, 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 круто. И мы получили еще, наверное, легендарный это, да, фараон. Кот-фараон. Вот он, кот-фараон. Отлично. Мы здесь получили скинчики. Здесь еще он там наверху есть. Давай туда попробуем быстренько сгонять. Сейчас попробуем, теперь это уже нам торопиться не нужно, можем спокойно забежать туда. Здесь у нас есть секретная лестница, по ней поднимаемся, и вот тут, теперь вот тут, давай, и здесь есть скинчик. Есть легендарный песочный кот, ого, легендарочка прям, ничего себе, вот здесь вот есть еще наверху. Так, как к тебе подняться-то, а как? Как к нему залезть? А, через кактус, наверное, да? Да, вот. А, вот, давай. О, вот, есть. Забрали. Солдатский кот. Кот-солдат. Солдатский котик. Здесь вот у нас развалины какие-то. И все. Теперь у нас здесь еще есть лабиринт. Так что про него забывать нельзя. Лабиринт. Ладно, пойдем в лабиринт. Тут у нас есть секретное место. Секретное местечко. Секретное, секретное, секретное. Вот оно. О, вау, где это я? Ничего не видно. Ну-ка. Код пустоты. О, ничего себе. Мы нашли кота пустоты. А тут? Нет, да, ну ладно. Тогда проходим отсюда. Выходим, 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 выходим. Выходим, хух. Отсюда мы выбрались. Вон там наверху, смотри, с вулкана еще есть какая-то крутая штука. Вон там наверху. Отлично. Можно будет туда сбегать. Но мы туда сбегаем, ребята, уже, если что, в следующем видео. Если это соберет целую кучу лайков. Также не забывайте подписываться на канал. На этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.